because you look like him. Давай, запацанавшись. Я хотел это попробовать. What are you doing here? Are you all alone? My dad passed away a couple of days ago, but he taught me how to survive. Listen, mister. Dad left a stash for Crane. If you really are him, and you can prove it. Еще доказывать тебя, слышу, мелкий ублюдок. Okay, well. Я тебя насу в рот. Пойду только доказать. Видел, блядь, что он выебывает. My dad said the real Crane was faster than anybody. So try to be real quick, mister. Сука, блядь, мелкая. И че, а... На башку. Don't you worry, kid. А, не надо. 6 отметок, использовать кошку запрещено, 2500 опыта и, соответственно, вся хуйня. Кошку использовать запрещено? Да. Написано большими буквами по центру. А куда бежать-то? Куда бежать-то? Бля, я чуть-чуть кошку не прожал. Не, я ж не прожал, все нормально. Вся на лох. Надо было прожать и проебать. Дело сильное, сейчас кто-нибудь глазница зуб дает. Надо ее убрать вообще, походу. Не, она лучше оставлять, потому что так ее можно этот. Ну, скипать задачи есть, если вдруг. Наебемся или еще что-то. Я просто на другой слот переключился. Блять, оттолкнулся, сука! Сука, бабка, блядуха. Ненавижу этот толчок. Че зомби бегут-то? Помню, я там на хвосте, блядь. Мыски рухнулся. Дима выиграл. Ну че, пацан, теперь ты веришь? Не, он там еще I'm ready, kiddo. If you are, why aren't you running yet? Run, mister! Сука, малой, блин, понукает. О, петух. Alright, здоровенными мужиками, у которых есть, блядь, оружие. Много оружия. За этим дебилом все, блядь, лукают, блядь. Это, блядь, даун какой-то. Кран, блядь. Не говори. Да, блядь, как он под крышу-то умудрился своей башкой залезть. Не понял, куда бежать. А, блядь. Я не отметился. Ебать, я нахуй прыгнул, блядь. Ебать, сука. А, сука, не допрыгнула, мразь. Блять, куда дальше? Не вижу. Ну, нажимай. А, ебать. Блять, оттолкнулся, сука. Подводит мне это. Оттолчок от стены. Дима, опять. Дима первый у нас на деревне. Ну, он прокачан. На скорость, на всю хуйню заточен. А кто-то от прокачки не зависит. Зависит, пиздец. Дайте я кину, чуваки, блядь, не начинайте меня там. Давали уровни. Ну, а мне что, не дали, интересно? Все, можете начинать. Yeah, real. Patient Crane is more like it. Терпеливый Crane. Блин, пацан заебал, короче. Ебать, для него далеко, и как туда бежать-то? Но ногами. Ногами. Можно на кошке? Плиз. Не хочу я ногами бегать. Батя куда-то сиганул вообще. Пацан нам райса побежал. Они мне пизду дают. Блять, вообще пиздец. Ну и нахуй. Бля! Чё там? Пацаны райса? Да я чуть с крыши не ёбнул. Блин, ёбнул, пацаны. Райса.
Я буквально в последний момент, блядь, спасся, захватившийся какой-то карниз ебаный мелкий. Хуём. С дубами, блядь. С дубами. Так, у меня появилась дополнительная мотивация бежать быстрее. Почему? У меня съёбаны заражённые на спиной. Это как туда подниматься-то? Разбиться сразу нельзя. Ну да, Хэллоуин странно. Вот странно, что они убрали вот это вот падение. Бля, я до последнего походу не успею добраться. Я даже до четвертого не могу добраться. Давайте кто-нибудь уже. Да, не успею. Мне буквально вот чуть-чуть не хватило. Мне вообще три штуки ещё. Хуйня, блядь, че ты выёбываешь? На тебе ногой, блядь, петух. В безопасной зоне ты вот... Зато можно вот так сделать. Потибега его, Дима, накажи его. Великим потибегом. Здесь на фонарь надо прыгать. Да? А я другим путем пошел. Да, тоже. Тут как? А я вот так, блять, поебать вообще. Без понятия, блять. Как? А куда? Сука, нахуй ты отстолкнулся? Познай мою боль. Не, я успел вернуться обратно, но. Пацаны рейсы там шмаляют в нос. Так, Илюха меня погнал, ёпта. Ёпта. Вы меня оба обогнали. На километр. А тут, кстати, я в прошлый раз через этот прыгнул на дерево и с дерева на этот. О, куда дальше-то, блядь? А-а-а. Бля, хочу кошкой, блядь. А пользуй, чё? Да-да-да. Там не жалко. Только это и остается. Спасибо, Кирюх. Во мне что-то надо? Я тебя толкнулся. Подъебал что ли Кирюху? Дима, великий подъем. Меня обогнал. Да-да-да, я видел. Я подождал, пока Кирюх чуть ниже будет, короче, и еще раз прыжок нажал, она толкнулся в Кирюхе, и я получать чуть выше на стену прыгнул. Как не бездны, Дима. А, фу-фу. Я сказал спасибо. Отцовский тайник. Че, он все стоит дохуя еще? Это рецепт или что? Нет. Не, типа на карте, по идее, должно появиться было. А я не вижу. Ну ничего нету. Он просто какую-то драгоценность дал. Сколько она стоит? Отцовский нож дал, прикинь. Он хуёвый, белый. А мне драгоценности дали и все просто. Наверное, это и есть драгоценность. А, подожди, не, отцовский нож, да, он слот поставился. Мой, видимо, выпал, что ли, опять, блядь, из-за того, что у меня в кармана не хватило места. А может, твой выпал? Кстати. Да не, я ничего не подбирал. А, не, есть, вот он, серый. Я просто думал, там синий хотя бы будет. Отдать нельзя, это отцовский нож. Я его в этот хранилище скину. Петуши. Единственная серая вообще штука в хранилище, блядь. Пойдемте на стадион.